Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Payer Bonus. Вчера я зашла в проект и хочу сегодня проверить его на вывод. У меня на балансе 29 рублей и хочу эту денежку вывести. Заходила я на 2 тарифа. У меня пошли партнеры. Давайте поставим на вывод. Так, вот здесь менюшка наша. Вывод средств. Сейчас загрузится. Payer платежная система. Прописываю сумму. У меня 29 рублей. Вывод и перевод средств от 1 рубля. Можно выводить. Сюда прописываем Payer кошелек. Нажимаю «Вывести». Деньги успешно отправлены. Давайте перейдем на почту и посмотрим. Делаю все, друзья, в режиме онлайн. Payer. Вот видим, да? Нажимаю. Ну, у нас с учетом комиссии 28.72. 0 минут назад. Так, 17.01. Так, комментарий «Выплата с проекта». Payer бонус. Ну, проект платит. Это добренько. Далее, что еще хочу сказать. Вот здесь контакты. Друзья, нажимаем. Присоединяемся к чату Telegram. Вот для России. Это просто группа. А, это группа. Это для России. Ну да. Группа Skype можно к админу добавиться. И Telegram также. Вот сюда. Значит. Вот видите, люди выводят. Плюс 77.26. Это какого числа? Это вчера было 16 число, сегодня 17. И вот здесь как бы все общаются. Кто-то 210 рублей вывел, как мы видим. Проект только стартанул, друзья. Так что можно заработать. Далее, что еще хочу сказать? Показать пополнение. Так, мы сейчас. Маркетинг. Вот здесь нажмете маркетинг и все прочтете. Вот здесь тариф. Вход 11 рублей, доход 6652 рубля. И я зашла на второй тариф. Доход 13491 рубль. Ну и вот все расписано. И далее идет описание. Как бы данный вид маркетинга линейный, переливы включены, то есть все рефералы, как ваши, так и ваших вышестоящих кураторов, будут равномерно заполнять вашу структуру в линейном маркетинге. В отличие от мультимаркетинга, покупаются уровни по очереди, они все сразу, поэтому денежные средства распределяются только на один уровень вверх. Всего 4 тарифа. Ну, прочтете. Здесь далее вот таблица. Все также расписано, друзья, посмотрите. Ну и в профиль желательно отредактировать и вписать свои данные. Я отредактировала, писала контакт Facebook, Skype, чтобы мои партнеры могли со мной связаться. И дальше что? Берем партнерскую ссылочку, делимся с друзьями и приглашаем. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить этот проект. До новых встреч!